накидывайтесь на постельный принадлежность для Сергея Бойцова. Хотя бы на подушку соберите. Доброе утро. Тем более, у тебя сегодня гости придут, тебе их нужно встретить в товарном виде. Мне казалось, что в России такие товары запрещены. Не, у меня есть знакомая одноклассница. Да? У неё... Она там работает? Идёшь сейчас же спать. Не сейчас же, у нас еще 14 минут эфира, хорош меня укладывать. Укладывают волосы, а тебе пытаюсь затащить в постель. Завтрак с ББХ. Все майские праздники в 9:30 утра на РТС. Здравствуйте! О! Здравствуйте, дорогие друзья! Джентльмены, добро пожаловать в лабораторию исследований природы порталов. Ай-яй-яй. Охотница за привидениями. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Я не дурак! Очень страшный хоррор там, блин, с выскакивающими рожами, которые вы сейчас видите на экране. Ну и по итогам обзора авторских программ, к сожалению, я могу поставить всего 7 из 10. Количество неавторских программ перевешивает. На планшете мы его проходили очень долго. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Что это, блин, такое? Да, я Виктор, это HD. Тебе не хватало лишь кнопки. Отличный канал с отличными авторскими передачами. Ждите следующий периметр. Через 2 года, ребят. Да, давай начинай, давай, до свидания. Вот так вот мы сегодня начинаем. Сегодня будет, ну, не знаю, как сказать. Сегодня будет немного экспериментальный выпуск. Потому что господин Перепелиц у нас, к сожалению, занят сессией, все остальные дела у него. Поэтому он сегодня с нами не может побывать на эфире. И сегодня мы будем тестировать вот такую вот зашибенную штуку, как только я являюсь этим ведущим. Суть в том, что следующий выпуск будет очень необычным. Дело в том, что он будет на Ютубе. И он будет в 1080p, господа. Я планирую сделать этот тест. Это будет полный трешак. Впервые после РТС мы будем вторым каналом, который выйдет в Full HD качество. РТС не всегда тоже Full HD, а мы попробуем вот эту ерундовский выпуск выпить в Full HD. И почему? Потому что все видео, присланные нам на пятый выпуск, являются Full HD-шными. Вот так вот. Это онлайн, камеру... Ну, камеру я, конечно, могу показать, но смысла особого нет, господа. Вот, и сегодня вот у нас на таком вот легеньком таком движении, возможности. Главное, чтобы вам было весело, удобно и замечательно. И я ничего не могу оспорить, но, возможно, ближе к июню у господина Кислотного Львовича...
он починит свой компьютер. И мы попробуем через Skype связь с ним связаться, чтобы он наконец сам вел этот выпуск ерунтовский, потому что у нас, у меня, конечно, хорошо получается, но у него еще лучше. Он как канонический ведущий. Вот, собственно, и все дела. Поэтому UHD вы хотите? Хотим, конечно, но все в свое время. Даже Full HD это большой прорыв как для нас, так и для RTS. И мы начнем. Этот четвертый выпуск обязательно будет записан на Ютубе. Да, потому что кто-то мне еще и напишет взяло. Поэтому давайте пока посмотрим наши видео. Да кто ж мне там орет-то взяло? За-з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 а. Я предупреждал, по-моему, тех, кто во время эфира пользуется Zello. Во. С ним я буду говорить жестко. Пока, господа, мы начинаем. И да, сегодня очень необычные видео. Они присланы с бэкстейджей. А теперь ты, глянь, посмотри, меня видно? Раздолбай шоу. Отлично! Все, со второго дубля снимем. Правда, без начала. Начало можно потом снять. А, да, кстати, можно потом заснять начало. Львиный рев. Готовимся. Спасибо за внимание. Следующее видео называется «Пародия на Беляева». Это самый знаменитый самарский ютерный театр. Отлично. Все. И ютерный? Так, сейчас смотрю, сколько. Так что тут ограниченное время, то он снимает только 10 минут. Одну запись. 5 минут, 6 минут. 4 минуты осталось. Может потом снимать? Это не Отелло. Раздавай лок. Ты меня этим не удивил. Кстати, знаешь, почему я положил дезодорант? Этот провод уже не работает. Он поврежденный. Я этот провод, кстати, купил месяц назад, по-моему, полтора месяца назад в этом. В DNS у нас в Мегасити. Стоит 1000 рублей. Ну, какой мне жесть потянула. Раздавай лох. Да, это было в июле, это было давно. Следующее видео называется «Персик звезда раздолбай блога». А, по-моему, отлично. Сейчас попробуй сеть. Отлично, все. Так. Так, первый выпуск эпизода. Упоротость хозяина. Нет, не упоротость хозяина. Сначала идет это вот, тупость. Сейчас надо забрать кота же. Сейчас. Пускай кот у нас сейчас гуляет сейчас. Да, кот у нас сейчас гуляет. Персик, персик, персик. Сейчас сделаю, сейчас заманю его. Давай. Ну, то, что YouTube палят, они, видимо, специально вот эти маленькие моменты залили на свой аккаунт YouTube. Почему бы и нет? Что они там делают? Замани его как-нибудь, я не знаю. Я пытаюсь его заманить. А мы в это время отпустили запись. Нет, это не ты мне не писал, это мне кое-кто другой. Но все равно, тупица, не надо во время эфира. Тупица. Ну, пес, сейчас абрикос в ногу станешь. Идем ко мне. Пес, мой хороший. Хватай его за яйца. А, отлично, отлично. Давай, верь. А-а-а. У-у-у.
все, он вроде не вылез. Да что это, блядь? Ну, он может и вылезти, хрен его знает. Утепленные штаны лучше снять. Ага. Чтобы закрылось. Следи, чтобы он не уходил. Сейчас я уберу все. Давай. Да? Да, Перс? Ой. Мне 21 год, и чем я занимаюсь? Да. То же самое могу сказать и я по себе. Да. Вариация, кстати, из Дня радио. Там была цитата. Чернопопики, бородатый выхухоль. Мне 46 лет, чем я занимаюсь? Так, все, погнали. Сейчас. Раз, два, три. А ты снимаешь вообще? Да! Блин. Это попадет! А попадет не только это, попадет еще и что-то я там это. А ладно, пофигу. Здрасте, приехали! Дай посмотрю! Давай заново сейчас. Гениально! Гениально! Да уж. И второй раз мне это зачем писать, господа? Господи. Все. Во-первых, если еще раз, для господ, те, кто не в Зелла. Вы можете говорить Зелл, но писать к Зеллу я вам не рекомендую. Меня выбешивает эти моменты. Ну да ладно. Перейдем к делу. Персик вам, надеюсь, понравился. Но скоро вы его увидите прям вживую. Но следующее видео не совсем об этом. Погнали. Хотя об этом. Персика я пока возьму, буду держать. Может, вдруг? Все равно же подполнили. Ага. Не упирайся, какой персик, не упирайся. Не упирайся. Вот зараза, ну ладно. Ладно, погнали. Погнали. Любитель камеры нафиг, иди отсюда. Погнали, давай, быстренько. Давай. Ну что ж, Ну что ж, а мы продолжаем. То прибьешь за звонки, то писать не надо. Ни то, ни другое. Понятно? Ну вот, я предупреждал все те, кто пытается мне добавиться, что в этом смысле я жестоко очень коварен. И следующее видео называется «Злые дяденьки». Писюля. Персик обижает тебя, не дает тебе никакой свободы. Пришли какие-то злые дяденьки, снимают тут. Какие мы дяденьки? Злые дяди бедной киске не дают украсть сосиску Кончиты Вурст. Следующее видео называется... Эйна. Да. Погнали. Сука, драная! Это была рубрика «Упорность хозяина». Ну, вы поняли, как это видео называют. Следующее видео у нас называется «Безымен». Это же ужас какой-то. Боже мой. Ебать, тихо. Да, видимо, это было действительно замечательный бэкстейдж. А следующее видео называется, собственно говоря, «Смех Моисея». Вот так упорно проходят съемки раздолбай блогов. И под конец видео раздолбай блогов, надеюсь, что это конец.
А может и нет. Сейчас посмотрим. Вас ждет следующее видео. Посмотри. Посмотри пока. Я видно. Да. Значит, я тебя видно. Не будем обидеть. Вот граффити. Я, если честно, являюсь про... Граффити. Ну а мы переходим к следующему слайду. С новым эксплитом мы можем многое. Вот так-то. Так ты стенки-то открой, вот ваша цивилизация. Видите, какая гадость кругом? Все обкакано. Ну что ж, да, вот и моя очередь появиться перед вами. Здрасте всех, кого не видел, кого не слышал и так далее. Собственно говоря, сейчас есть у меня желание позвонить Павлу. А вдруг он сможет? Действительно, почему бы и нет? Ну вдруг. Давайте проверим. Потому что вроде как я голословно так заявил, но... Может быть, нам повезет. Как вы считаете? Должно. Но не повезет. Извиняйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. И вновь воскресенье. Да, и вновь воскресенье. У меня лагающий интернет. Спасибо Ростелеком. Окей. Так вот, приглашаем вас на наш... Какой-то ранее еженедельный, теперь редконедельный просмотр. Сейчас, подождите минуту. Так, сейчас. Так, зараз 21 ровно. 21, типа. Надеюсь, у меня сильно не будет ничего лагать, потому что спасибо Ростелеком, он меня ограничивает скорость интернета. Ой, уж Ростелеком, как вас понимает господин Хафизов? Да, Ростелеком это самая настоящая жопа, говно, я... Но, увы, у меня они монополисты, у меня теперь нет выбора, мне... А что, раньше был? Да, раньше все нормально было, сейчас вот что-то вот Ростелеком мне... Так, ну вроде все нормально. Все нормально, все видно. Да. Отставание сколько? Секунд примерно. А, все так же. Немного, хорошо. Да, не ой, нормально. Окей, и мы продолжаем и следующее видео. Ну, мы пропустили один слайд, собственно говоря. Как будто молодел. Здравствуйте, в эфире Артем Дюков. Да, и новости знакомых ВК. Угу. О, Антон Казанцев в своем репертуаре, молодец. Да ладно, уж что, нельзя спародировать, уж отодвинься. Да, Ростелеком. Да, там. Отодвинулись. Да, просто шикарно. Ростелеком, кто они на самом деле, просто шикарно. Шикарная фраза, надо ее... Вот специально приду к ним в офис и скажу им это в лицо. Ростелеком. И еще запустить, как на одном из видео в Касперском, да? Да, и запущу в космос Ростелеком. Окей. И следующее видео из нашего второго слайда. Это мы продолжаем смотреть бэкстейджи раздолбай-блога. Ты же в курсе, что такое раздолбай-блог? Если честно, нет. Ну, сейчас увидишь. Да, надеюсь. Это называется свистоплеска. Пускай в пляс. Но я вижу каких-то двух обдолбанных чуваков. Это и есть раздолбай блок. Да, жесть. Такое чувство, что на фоне Игорь Радаев играет на гитаре. Кстати, сегодня Игорь Радаев был в программе онлайн. Да? Круто. Жаль, я это пропустил. Давно я, кстати, на микс не заходил, но как навожу все эти проблемы с интернетом, надеюсь... смогу нормально все каналы смотреть.
И на ютубе видео, надеюсь, нормально смогу смотреть, и вообще все будет хорошо. Так, ну, я все продолжаю наблюдать каких-то двух обдолбанных чуваков, которые подпевают под видео. Под своим же видео. Под свое же видео, да. Это очень странно. Знаете, это признак, первый признак шизофрении, кажется. Еще им не хватает, чтобы они себе болты, не знаю, вместо глаз вставляли. Или вынимали из штанов. Да, или вынимали яйца из штанов и вставляли вместо них, там, не знаю, шарики какие-нибудь. I've got balls of steel. Да, и эпичный скрин. Собственно говоря, да, я, это просто такие вырезки из раздолбай блога, который все-таки какой-то седьмой выпуск итоговый вышел, под которым они прям все те, которые раздолбай блоги были, выходили, они все это итоговые собрали и обозревали, собственно же. Как ретроспектив, получается. Следующее видео называется «Укрощение всё. Камеры». Подожди, блин. Как же соскучился по ей? Ща. Так, блин. Что тут происходит? Настройка камер. Это в ерунду пойдет. Ты что там чешешь? В ерунду пойдет. Чего что ли? Так я тут идешь, стараюсь поставить штатив, и у меня снимается, блин. Еб твою нахер. Блин. Ну что он не ставится? Подожди, сейчас попробую в другую сторону. Школы юных пиратов. А, я ж телефон клал, че я думаю? Блять, правильно так вот. Не поваляешь, не заснимешь. Я засниму, нафиг. Ай. Твою ж. Угу. Все. Раздолбай блог. Все. Почему такое странное название? Ай, нет, не все. Ну, потому что они раздолбай. Все, а вот теперь все. У них еще есть свое раздолбай шоу. Ты не вставай в полный рост. Подожди. Подожди. Ёшкин, ну что ж ты не держишься? Я ж, по-моему, вообще сижу нахер. Все. Подключено через HDMI телевизор. Ну, кстати, мажористо. Твою дивизию! Да, мажористо. Чего опять? Штатив двигается, ё-моё! Да, штатив для слабаков. Ну я, это я ж я, ну ты ж меня знаешь. Всё! Они что там, на кота, что ли, ставят? Ой, ты зевака. Я вообще ничего не понимаю, Саша, что там происходит. Один человек зевает, блин, сидит в стуле и ржет, как обдолбанный наркоман. Да. А другой его снимает. Казашка зевашка. При этом, не знаю, занимается там каким-то анонизмом. Ну ты же меня знаешь, господи. Серьезно. Потому что по-другому назвать это никак нельзя. Ну, типичный раздолбай блог, я так понимаю. Да. Да. Ну это типичный раздолбай блог. Аллилуйя! Да, аллилуйя, аллилуйя. Кстати, погнали. Небольшой анонс. РГМ 6 уже скоро. Уже даже точно выбраны игры, которые будут присутствовать в выпуске. Оу! Круто. BioWatt 3D все-таки смог запуститься? Нет, BioWatt 3D я, конечно, не смог. Мне просто-напросто лень его снимать, потому что, да, я понял, что это просто дикое говно, и этому говну 10 из 10 нельзя ставить. BioWatt? BioWatt. 3D. Watt. Да. ДД. И... Нет, на самом деле он ДД называется. Я просто... А, я думал, 3D, первый в 3D такой. Ну, как Вольфенштейн 3D. Не, на самом деле хорошая игра, но мне просто лень ее снимать. Окей. Следующее видео. Да. По-моему, следующее это самое трешовое видео. Посмотрим сейчас. Смех Моисея 2 называется. Блин, это что? Они реально, что ли, обдолбаны? Обдолбай шоу. Так получается. Да, курнули. Курнули. Обдолбай шоу. Скип одобряет. Да, они сидят, ржут над тем, что сделали. Да, это был прикол того выпуска раздолбай шоу. Да. Следующее. Гангнам Стайл, господа. Да, все.
и сейчас будет полный пипец. Предупреждаю. Красивые обои. Да, хорошие обои на самом деле. Такие выдержанные в постсоветском стиле. А теперь по заветам петухов. Голдом Стайл вышел из моды где-то году, блин, когда еще динозавры не вымерли. Ну не знаю, Петухова, по-моему, то его песня на Гангнам Стайле раскрутилась, копательная. Да. Раздолбай блок Стайл. Обдолбай, скорее всего, потому что... Да, что за жопа нахрена? Очень странно. Жаль, что сам Влад Федотов сюда не пришел. Он бы нам тоже прокомментировал это дело. Да. Но он с планшета, он... Им 21 год. Ну ок, че. Офигеть. Это вот 21 год занимается вот такой вот фигней. Ребят, я в свои 21 год, я... Блин, мне еще не 21 год. Ладно. А тебе 21 год будет через 2 года. Всё. Нет, у нас... Да, кстати, точно через 2 года. Да. Ну, на этом, по-моему, закончились видео от Влада Федотова. Да. И теперь начнутся свои замечательные видео от Андрея Петухова. Продолжаем. О, да. А нет. Это еще Эрик. Называемые прыщи. Фабрики, заводы. Безысходный Эрик. Вот тут, блядь, мы учимся, сука. Тобэк. Самое странное место на земле. Тобэк ебаный, короче. Компромат на Эрика. На Эрика. Да, ерундовый анлини получился, да. Я почему-то выпадаю с этого видео. Я требую повтор. Хорошо. Серьезно. Неснимаемые прыщи. Фабрики, заводы. Вот тут, блядь, мы учимся, сука. Тобэк. Самое странное место на земле. Тобэк ебаный, короче. Шикарно. Так сказать, вставьте свой вуз в купюроприемник. Вот серьезно, вот такое вот прям душевное видео настолько, я аж офигевал. Прямо всю душу излили, явно видно. Да. Наши будут, кстати, Олег, да, наши будут. Мы там тоже упоролись. По-моему, как раз куб будет. Посмотрим. Следующее видео. Да, это и есть куб рычаги. Продолжаем передачу куб. Где осталось шесть. Сначала без обработки. Итак, напоминаю, ваша задача перевести все вот эти рычаги в противоположные. То есть я могу двумя руками все. Можно двумя руками, можно четырьмя ногами, как хочешь. Итак, да, вот мы на парах этим и занимаемся. Начинайте. Это от создателя видеополухи. Осталось 4 жизни. Или сколько-то 5. Оп, ты чё? Зачем мы жизнь сбросили? Ну чё, может, возьмём всё-таки прощение? Да я думаю, вот мне осталось только один или чужой. Раз, два, три, четыре. Пока все делают лабу, мы сидим и дергаем рычаг. Ну, поехали, так. Рычажки. Блин, рычажки, да. Рэпо рычажки. Мы выиграли 10 рублей. Да. Мы выиграли Детриггер. Вот, а теперь, по-моему, как он будет в обработке. Ну что же, мы продолжаем передачу куб, где осталось 6 чуть. Итак, напоминаю, ваша задача перевести все вот эти рычаги в противоположные. То есть я могу двумя руками. Можно двумя руками, можно четырьмя ногами, как хочешь. Так, куб,
Да, девка над ними жжет. Ваньку... Да, Ваньку, Ваньку сказали, что это девка. Неплохо. Это такая же девка, как Кончита Вурст, ага. Ну, поехали, так. Выиграли 10 рублей. Вы выиграли Детрикер. Креативное видео, на самом деле. Конечно, но дальше, в следующем выпуске вас ждет еще креативней. Ждите. Ждите! Ну, не знаю, через сколько, но ждите. Будет... Года через два, ребят. Года через два. Как раз я хочу тебе предупредить, что, скорее всего, на следующем выпуске ты будешь гостем просто так в чате, потому что мы будем вещать на Ютубе в Full HD качестве. Не знаю для кого, mm-hmm. но Full HD. Mm-hmm. Да. Прям Full. Full. Потому что Петухов нам прислал видео 1080p. Из Сибири. Да. Да вы офигели. Да. Ну там одно видео 1080p и все остальные 720p. Плюс свин прислал 720p. Вот это поварит. Да. А чат от ЕТВ, да. Все как в прошлый раз. А теперь поехали наконец-то петуховские видео. Я надеюсь, что сейчас уж петуховские точно начнутся. И они начались. Первое видео просто путь. Он едет на машине или на чем-то еще и снимает бесконечные пердские повороты. Прямо в Лос-Анджелес. Не, это такой фон для РГМ игры такой темный. Любят обычно копировать мою игру маленькие разработчики. Да. Ну мы сразу, да, можем перелистнуть на второй путь, который ничем не отличается от первого. Да. Потом на третий, потом на четвертый. Да, их все. И всего шесть. Офигеть. Да, я, конечно. О, хоть что-то изменилось. Да, что-то было изменено. Кстати, хочу расстроить тем, что запись третьего РГМ, она просто-напросто не записалась. Записалась только голосование, увы. Это все XSplit, который поганит. И угу. Только из-за него. Да, это печально. Это печально, поэтому открываем третью. Мод. И сейчас говорящий хомяк объявляет, что следующее видео тоже путь. Офигеть. Звездная какая-то. Где он едет вообще? В чем он едет? В электричке, что ли? Наверное. Не, как-то ровно как-то этот автобус движется. Да, нет, да, что-то, наверное, в поезде. Ну-ка. На что похоже? На электричку какую-то похоже, по-моему. Ну ладно. В поезде так в поезде. Да, похоже на электричку. Дорога, ты знаешь так много. В городе простого. Да, ну не метро же, действительно. Да. Ну какое метро в Бердске? Наземное метро. У нас в электричке дети. Ну в России, возможно, все. В принципе. Да, это Россия. Москва и Арбат. У Ленинага, у Паши глаз. У Паши глаз, что? Паша все время ходит рукой в нет, чтобы понятно. Что он про тебя говорит? Ой, что там? Он говорит, что-то у Паши глаз, что-то там еще. Упарнится, в общем. Видимо, это другой Паша.
А, у нас же есть... А, нет, у нас Рома есть. Петухов. Паша Петухова я еще не нашел. И хорошо. А, нет, Павел Петухов же, у него брат. Да, у него старший брат есть Павел Петухов. А, ну значит, они даже... к нему и едут, да. У меня даже где-то хранится его фотография, не знаю... Нет, Петухов как-то его ставил в скайп с его фотографию. Да, он, кстати, сделал замечательный фейк в прошлом декабре, что именно брат сообщает Автономову, что Петухов рим. Да, я помню. А потом, и никто, главное, не догадался ему написать. Ага. Это продолжаются разнообразные пути. Блин, даже, даже когда я упарывался и снимал, я хотя бы что-то комментировал, что происходит. Ну, блин, ну просто огоньки, НЛО, что тут интересного может быть? Не знаю, сверкающие огоньки. Что за... Там Джимен по-русски, короче. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Идет, 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 идет. И там... О! Проснитесь и пойте, мистер Петухов. Проснитесь и пойте. Да. Следующее видео называется... Да путь опять, короче. Нет, человек, это действительно... Так. Да, да, да. Вот, вот, кстати, вот сами посмотрите сейчас. Вот. То есть это похоже действительно на электричку какую-то, потому что сиденья и то, что, где складывать, и все остальные дела, да. Чего? Там что-то сказали? Кстати говоря. Может быть, что-то говорят. Но редко. Нижняя тол. Гладос объявила что-то, ага. Гладос, да. Следующая станция ВДНХ. Ау! И следующее, блин, опять путь. Да что ж такое? Ну правда здесь уже поинтереснее, здесь уже какие-то проходы и туннели. Тут, тут слово. Так, а можно снимать и присылать свои видео для ерунды? Безусловно, и присылать так же, как Влад Федотов. Влад Федотов заснял 13 видео и прислал, мы их сегодня вставили. Замечательно, превосходно. И Свин прислал, и оно уже будет в следующем выпуске. И тем лучше качество, тем лучше. Мы уже ушли от того, что все видео снималось на мобильных Петухова 144p. Да. А теперь Рататуй. В окне отображайся. Землекатастрофа. Землекатастрофа. Тара-та-та-ра-та-ра-та-туй. Что там творится? Землекатастрофа. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-туй. Ритуальный пляс. Земля катастрофа, тара-та-тара-та-тара-та-тара-тара-тара-та-туй. Ужас. Он что-то про землю катастрофу говорит. Наверное, переслушал ядерных крыс, и теперь у него галлюцинации о конце света. Да. Катастрофе. Автокатастрофе. Лыл под конец. Кстати, кстати, все помнят, вот наш. В каком видео был этот вид? Это тот самый вид, с которого он шлепнулся об люстру. Напоминаем вам. Да. И те же самые цветочки, кстати говоря, на заднем фоне были. А теперь рука. Да. Да. Очень содержательное видео. Да, серьезно. Светильник. О, а это прям, конечно, зашибись. Камера Palm был. Да, можно использовать как бивку. Ну что? Скину. Ну и все. Короче, это апельсинка. Опа. Вернее, да, апельсинка. Лола, я думаю, это тыква. Это, оказывается, апельсин. Маленькая тыква. Ну, круто, круто, конечно, то, что он сделал. Да. Так, мы переключаемся на четвертую сцену. Принимайте антистресс. Опа. Hey!
Как заставка, это не баян еще. Не баян. И мы безостановочным шагом переключаемся дальше. Mm-hmm. Следующее видео — снег и лестница. Да что ты стесняешься? Давай полностью. Это кто? Мамка петухов. Ну кто же еще? Ничего себе. Да, именно она тут руководит всей вот этой работой. Колкой дров, уборка снега. Суровый Бёрдс. Господа и дамы, снег. Это видео было заснято в ноябре-декабре. Когда было там тыква 31 октября. Вот считайте. Это были видео для видеобардака. Ты смотри, гараж не снеси. Нет, чтоб помочь, блин. Серьезно, нет, чтоб помочь. Пока тепло на улице, да, это действительно ноябрь. Конечно. Декабрь. Да. Еще вон, видите, какая у них тупая погода. Да, тепло, еще не совсем занесло все. Да. И, кстати говоря, эти видео очень интересны тем, что, во-первых, это последнее видео, предназначавшееся для Ноля, для АТВ, для каких-то других каналов, для видеобардака в частности. Следующие выпуски будут именно конкретно целенаправленно для ерунды на СЛС. И это последнее видео с этой камерой. Фотоаппарат предупреждает, что сейчас замерзну, сейчас замерзну. 30 секунд. Фотоаппарату не нравится. Фотоаппарату не нравится, что его обкидывают снегом. Температура ему не нравится. Это как тепло. Это нормальная температура. Это ж как тепло сейчас в Бёрдске, если фотоаппарату сейчас не нравится температура, которая там происходит. Mm-hmm. Интересно. Сонная музыка. Там что я звучу буду? Она тоже, видимо, снимает для ерунды, но только уже своей. Сударь, пройдите. Камрип. Да, сударь, пройдите к пианинке. Да. Вообще петухов хорошо играет, хорошая мелодия, блин. А видимо, у петухова нет чувства прекрасного. Гангнам Стайл и сразу проснулся. Да, ну хорошо играет, заснял бы лучше, да. Как играет, чем спать под это дело. Ужас, так легко усыпить. На филармонию бы я его не заводил. Да, следующий. Тет-а-тет. Тет-а-тет на телеканале Ритм. И его ведущий — голый голубь. Если ты сейчас не слушаешь плеер. Я слушаю плеер. Блин, что это такое? Блин. Короче, это псир Илья Автономова. Поздравляем. Да. Ну, конечно, тет-а-тет, конечно, получился крут. И голубь еще с петуховым. Тет-а-тет на телеканале Ритм. И его ведущий — голый голубь. Он, кстати, птичку пугает. Зачем? Да. И да. Следующее видео называется «Хотел сделать заставку». Да. Че он делает? Хочет сделать заставку, как написано в названии. Че он делает?
Это ж ну. Да. Ростелеком говно. Да, ломать диван это круто. Это весело. Так. А Ростелеком говно. Да. Да. Поэтому мы переходим к следующему. Чавкай один. Чавкай. Чавкай. Еще чавкай. Чавкай, чавкай, чавкай. Еще чавкай. Жесть. Блин, чавкай, вот так вот жуй, ртом, жуй. Хватит. Давай чавкай. Что это вообще такое? И под конец такая дьявольская улыбка. Можно подпись, я тебе приснюсь. Хватит издеваться над детьми, маленький извращенец. И следующее видео Чикабум. Чикабум, 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 чикабум. Да, я думаю, что нужно вот это вот повторить. Во. Чикабум, 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 чикабум. О, а это сэцик. Чикабум, чикабум. Чё сделал? Так. Чикабум, 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 чикабум. Петух! Чикабум, 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 чикабум. Петух! Петух! Да, это петух. Но не да. Голубь, это действительно... Петух! Петух! Шампунь. С Новым годом! Молодца. Как бармен. Да. Жалко, не вылетело. Бармен. Да половина, а то она пена будет поднимать. Почему не петухов открывает? Он же мужик. А, ну. Да. Вообще-то это не петухов сейчас наливал, если что. Ну я понял, что это не петух. Да, а то Олег Ковалев, видимо, не понял, считает, что петухов это мировой масонский лидер зла. И детей развращает, и спаивает их же. Да, масонские имени голуби. ЖД масон, так. Следующее. Господа. Однако. Артему 76 плохо. Да. Ну что, господа, мы закончили. Че, все? Угу. Серьезно? Угу. Да ну нафиг. Все. Короткий ерунда. Короткая. Да, это... Ну вот так вот у нас сегодня. Да, ну, сегодня хорошие видео были, лучше, чем в прошлый раз, гораздо. На самом деле есть из чего выбирать. Да, а давайте как раз и выберем. Так, сейчас только надо сделать одну штуку под названием «Достать сцену». Как-то быстро час пролетел эфира. Ну да. Ну, на первый слайд, который там было куча всяких раздолбай блогов, обдолбай блогов и так далее. Да. Вот. Да, ну я лично за видео с Эриком, оно просто вообще душевное и... Да. Хорошо, я думаю, действительно, с этим я согласен. Эрик получился интересным. Да. Даже дело еще в монтаже, еще подходящая музыка. Фабрики, заводы. Фабрики, заводы. Вот тут, блядь, мы учимся с УФМ. Тобэк. Самое странное место на земле. Тобэк ебаный, короче. Так, оставим. Да. Так, следующее что? Я могу... Это сейчас не как номинант, просто, так сказать, ценить Павлу. Фонарь. Стой, что? А, о, да. Да, вот тоже зрители номинант, там кто-то петух говорил. Сука, драный!
У нас сколько номинантов? 3 или 4? 3? Это была рубрика «Упорность хозяина». В самом деле, вот хорошие, много хороших видео. Ну хорошо, петух так петух. Петух! А с чавканем очень противное видео, на самом деле. Ух! Петух! Петух! Блин, как бы его сфокусировать? Вот так оставим. Да. Так, третий номинант. Так. Ну чё, третий номинант я предлагаю вот это, потому что это реально получил стралинг. Азас. Тет а тет на телеканале Ритм. И его ведущий голый голубь. Голый голубь. Мдра. Голы! Го! Эрик смотрит в одну сторону, голубь в другую. И оба, кстати, кажутся черно-белыми. Мада. Да. И четвертый, быстро-быстро накидывайте в чате. Может быть, что-то вам понравилось из Абадалбай блога. Может быть, что-то вам понравилось еще из петуховских видео. Что? Что? Да. Давайте. Путь. Так, ты тут? Ну, я в принципе согласен с Олеговичем. Потому что, ага. Почему бы и нет? Меня слышно? Да. Ну что ж, мы продолжаем передачу Куб. Где осталось 6 чуть-чуть. Итак, напоминаю, ваша задача перевести все вот эти рычаги в противоположную. То есть я могу... Можно двумя руками, можно четырьмя ногами, как хочешь. Так, оп, начинаем. Осталось 4. Или, собственно, 5. Оп, да чё, зачем мы 6 сбросим? Ну чё, может, возьмём всё-таки проще? Да я думаю, вот мне осталось только один рычажок. Руки выше, но держи. Ну, поехали, так. Вы выиграли 10 рублей. Вы выиграли Дэд-триггер. Ну, вот так и оставим превьюшечку. Итак. Так. Ну что, господа. А теперь еще раз. Первый это Эрик, второй это Петух! Третий это или Автономов, Азаза. И четвертый это Куб. И как только я чищу чат, начнем голосование. Yes.
для меня, а я их пою, а ты писал стихи для меня, а я их первого пою, и последнего видео. Да, там интересная ситуация. Да, там... Я бы так не сказал, у нас в чате 19 человек, а у нас сейчас счет 6-5. Да, не, я просто прочитал, как они счетом. А вот теперь интересно. И угадаете ли вы, кто исполняет эту песню? Кто первым угадает? Да, это Кристина Веркина. Это Кристина Веркина, песня про глицин. Интересно, поэтому вас в скором времени Петухов обещал и, скорее всего, сделают. Это, и, скорее всего, в скором времени выйдет Кристина Шоу 2. Скиньте название песни. Вбейте в поиск Кристины Петухова. Ну что ж, господа, так и быть. 6-5 и... Победитель, короче. Эрик. Эрик. Эрих. Несгибаемые прыщи. Фабрики, заводы, хуй. Вот тут, блять, мы учимся с утра. Тубэк. Самое странное место на земле. Тубэк и баны, короче. Ставьте ваш вуз. Да, так и получается, господа. И давно мы не видели, по-моему, шестую. Я даже, по-моему, никогда не показывал шестую заставку ерунды. А она есть. Нет, да, нет, показывал, кстати говоря. Но ее так редко видели. Соника все знают, но никто не знает, что его к стенке прижимают, и ему нехорошо. Ерунда, ерунда. Да, потому что именно в первом у нас было... Именно в первом у нас было, по-моему, 5 слайдов как раз. Эрунда, короче, да. Только эрунда нормально, в отличие от Бека. Ну, такие дела. Ладно, значит, насчет RGM6, вот еще раз тех, кто не услышал. Да, он в глубокой, так сказать, глубоком монтаже. Осталось доснять где-то две игры. Да. Потому что первая была заснимена. Это первая игра, которую я заснял, это была Раздумье. Очень трешовый шлак. О. Сразу скажу. Ну ты еще диспансер не снимал. Вот там, да. Да, диспансер он в меру. Он хороший трешак. А это... Не так и темно, уже конечно, совсем. Это просто вон там вот. Вот, там оттуда свет идет еще. Ага. Не так еще темно. Да. Не включай свет. Не жопа, а попа. Цитата Эрик Юргенсон. Не жопа, а попа вообще-то. Эрик Юргенсон. Кстати, как там Юргенсон? Я что-то давно о нем ничего не слышал. Юргенсон — это вообще-то крутой блогер, который снимает ТБ-ТВ. Ну, короче, он выпустил третий ТБ-ТВ, если ты еще следишь за этим творчеством. Не, я уже за этим не слежу, потому что я вообще сейчас... У меня, ну, сам знаешь, очень сложный период. Не жопа, а попа. Сейчас... Да. Самое настоящее. Здравствуйте. Да, кстати, Эрика-то тут нет, оригинального.
Есть. Ятова Эрик. Да? Это он. Потому что его столько раз уже... И сегодня опять микс забанили на ЕТВ, поэтому это его новый. Опять что? Ага. Ребят, ЯТВ, короче... Да, я не Эрик, я Виктор. Мада. Да, я фейк. Это Эдик Юргенсон. ЯТВ Эрик, это вообще-то Андрей Панов. Настоящий Эрик Салахов ВКонтакте вообще-то. Угу. Уходить с ЯТВ. Андрей, а куда же уходить миксянцам-то? И на YouTube с неавторским контентом не попрут. Но Виктор обещал что-то со следующего сезона что-то взять. Валерия Курина. Уже предпринять меры. Да, кстати, я сегодня, да. Ясно, ясно, ясно. Угу. На Киви. Да, меня взломали. Срочно. Да. Яростные фанаты Эрика. Да. Этот, как его, что там говорилось? Валерий Гурец. А, сегодня я на онлайне у нас играл еще, вместе с Радаевым играл Николай Воронцов. Который, надо еще меня вырубить. Эрик, надо еще вырубить. Вот. Он играл супер игру, и там какое-то задание, типа, как завали Монте-Кристо до того, как он попал в замок Ив. И, собственно, я ему два раза или три раза сказал, что Валерий Огурец. И он написал, что Валерий Огурец. А я отвечу на телефон. Да. Ну, пока что Кеша отошел. Давайте я вам расскажу историю про то, как, короче, мой друг заразился сифилисом. Нет, нет, то был трипером от мексиканской проститутки. Короче, как-то ездил он в Мексику. Так вот, видит, там путана стоит. Не, я не матерящийся человек. А, нет, все нормально. Извиняюсь. Нет, короче, и он взял и заразился на все лето. Ему пришлось все лето лечить этот трипер. Он просто ее взял, снял. И... Ну, такая вот история, да? Жизненная. Ребят, короче, я хочу вас предупредить, на самом деле, никогда не снимайте мексиканских проституток, потому что это на самом деле очень плохо. И, кстати, этот... Собственно, товарищ, он мой одногруппник, и он на все лето куда-то пропал. Оказалось, он лечил трипер. На все лето, ребят, да. Но я надеюсь, то, что в конце этого месяца будет РГМ-5, потому что, блин, сколько уже можно выпускать по раз в два года РГМ-5? Это, честно говоря, как-то неправильно. Хотя, в принципе, в каждый выпуск хочется что-то новое привносить, то есть, чтобы он не повторялся, как бы не было там одно и то же. Да, через два года. Ай, блин, РГМ-5, РГМ-6, ребят. Извините. Да. Так. Ну, Андрей Багров, да, народную мудрость, собственно. Или не народную, не знаю. Вообще, просто мудрость написал. Да. А у нас почему-то на улице лают собаки, шумят сигнализации, кажется, конец света. Ребят, у кого тут Рустелеком? Провайдер. Отпишитесь в чате и отпишитесь, как вы вообще, как вам услуги. Как вот, Алексей, как вам услуги Ростелекома? Ростелеком — это провайдер.
Так, венерические заболевания, ты шоу. Ага. Да, соглашусь с вами, не очень, у меня тоже не очень. У меня, смотрите, у меня скорость должна быть 4 мегабита, а доступно всего лишь 3,5. Это как вообще понимать? Серьезно, это очень сильно сказывается на работе интернета. Ну, хотя вот я сейчас смотрю в 720p, в принципе, ерунду, и она не лагает, это хорошо. Да. Ну, у меня тоже часто вот в последнее время нестабильность, постоянные разрывы. Не было ни единого разрыва, а теперь были! Ладно. Так, да. Вы, надеюсь, там не оглохли? Да. Ну, просто надо же как-то... Было. Ахахахаха! Тим Камал. Да. А у меня стабильности не хватает, чтобы нормально видео смотреть в интернете и эфиры проводить. Ну, смотреть хотя бы. Вообще. Ну, Виктор на самом деле не виноват в плохом российском интернете, он виноват в плохом российском компьютере. Кстати, когда Виктор купит ноутбук? Или он уже купил? Просто, ребят, я на Миксе уже давно не был, уж простите меня, я не в курсе. Купил? Отлично. Ребят... Отлично, ребятки мои. Так, в январе. Надо же. Виктор в конфе микса разрешил мат. Отлично. А что, у микса есть конфа общедоступная для всех зрителей или как? Или там только для ведущих и тех, кто причастен? Есть? Вот прямо для всех, не только для ведущих, да? Угу. Да, отлично. Надо туда попроситься. Так. Да, реально, добавьте меня туда, пожалуйста. Давайте я вам скайп свой кину, кто-нибудь добавьте меня и добавьте в чат. Или Андрей, собственно, Багров. Пускай, если он там есть. Да. Но я все равно кину на всякий случай вам мой скайп. Потому что мало ли. Да. О. Опа. Кажется, меня добавили в чат микса. Да. Все, я сейчас даже отпишусь. Всем привет. Все, я написал всем привет. Ясно. Тимур Камалов. Да, собственно, я теперь в чате микса. Ой, в конфе. Да. Ну, а теперь для всех, да. Мы тут с Павлом пообщались пока. 5 секунд без эфира. Я предупреждаю, что там полный трэш. Что там 900 сообщений за день. Не, ну это круто на самом деле, потому что... И да. Так что, если можешь, можешь уходить. Там просто куча всего. Не, ну я в принципе, да, могу, если что, вовремя вернуться. Да? Меня берут. Да. Да, без проблем. Да, и там откровенный разговор про писюны. Микс это любит. Ну, это круто на самом деле. Если Виктор особенно там мат разрешил, то это... Да, поэтому... Правда, я человек не матерящийся, но что поделать. Кеша открыл камеру. Мы не в портале, чтобы камеры открывать, господа. Ой, чё, ругался. Ну, что делать? Да. Не, я человек не матерящийся ни в каких условиях вообще. Ну, только если меня, конечно, очень сильно разозлить. Если, конечно, за день... Опа-на. Кто такой Антонио 333-3347? Антонио? Не знаете? Да. Это, скорее всего, Антон Казанцев. Да, а, нет, наверное. нет, это Антон Катеринчик. Ну, он, если ты его добавишь, он тебе будет названивать. Ну, добавлю, но если будет названивать, и он полетит в ЧС.
Это так, предупреждение. Хорошо. Так. Не будет. Так. Что сейчас происходит? Тем временем. Мы можем... Если бы нас сейчас смотрел Полихин, ему было интересно. Последние сводки с футбольных полей. Вот тут я заодно замечаю и смотрю. А Полихин фанат футбола, что ли? Да, он Полихин фанат футбола. Итак, Краснодар выиграл Анжи, и Анжин вылетел в первый дивизион. Хлопаем. Ростов выигрывает в первом тайме у Локомотива. Ливерпуль выиграл Ньюкасла, но Манчестер Сити выиграл Вест Хэма, и Манчестер Сити выиграл чемпионат. Манчестер Юнайтед сыграл ничью, Тоттенхэм выиграл, и Манчестер Юнайтед вообще не будет участвовать в Еврокубках на следующем сезоне. Насрать! Да! Вообще, кому нужен этот футбол? Да, Ман Сити стал чемпионом Англии. Да, ну, пирогу этому Полихину неплохо. Я тоже так иногда слежу, но раньше следил больше. Да. Ну, да, это, так сказать, кому как. Так, да, Анжи вылетел в ФНЛ. Хлопаем. Футбольные баталии с Дмитрием. Перед нами будет стоять задача сразу выиграть премьер-лигу. Зашибись. Да. В футболе... Собственно... Да, собственно, я могу даже как-нибудь, я не знаю, смогу ли я пока, не, я тут, наверное, не смогу показать экран RGM5, продемонстрировать, так сказать. А, кстати, господа. Ой, RGM6. Угу. Кстати, можешь ты вывести экран? Правильно, да, конечно, запоздание будет. Почему бы и нет? Сейчас посмотрим. Да. Давай, выводи пока, я... Да, как раз такой небольшой анонс, раз люди ждут. О, это хорошо, что люди ждут. Да. Так, сейчас я... Оп. Надеюсь, микшер будет работать. Сейчас проверим. Было слышно? Да, все было слышно. Отлично, сейчас RGM6 загружается. Сейчас я покажу экран. Надеюсь, скажешь, когда ты его видишь. Да, а пока вопрос от Тимура Камалова. Здравствуйте, Кирилл Сергеевич. Вам вопрос от Тимура Камалова. Будет ли сегодня ВВВ? Так, все видно? Да, все видно. Ну, начинаем. Опять я оказался в какой-то дыре. Ну да неважно. Итак, дорогие друзья, всем снова привет, с вами Павел Перепелица, я отрастил бороду, находясь в этом черном пространстве, или не знаю, как это назвать. Короче, это черная дыра в голове юных РГМчиков, скорее всего. Да, ну и темно же тут. Ну да ладно, сегодня в выпуске. Раздумье! Да, омерзение, скучная игра по вселенной Doom от создателей Serious M на РГМ. Короче, вот вам небольшой, так сказать, отрывок. Я хочу спросить у Павла, сколько примерно рендерится RGM, длившийся 30 минут? RGM когда-то длился 30 минут? Я не помню. Не, ну если бы RGM длился бы 30 минут, то он бы рендерился около, не знаю, может быть, меньше 20 минут. Потому что, ну, в принципе, процессор нормальный, если, то он не очень-то и долго будет рендериться. Угу. Ну, я могу для сравнения Даниилу сказать, что 40-минутный периметр рендерится 40 минут. Ага. Один в один. Правда, это в MP4. Кстати, да. Ты кинул заявку на какую-то SLS-болталку, как она работает? Не помню, но там, по-моему, полный базар, то есть можно бла-бла-бла, то есть можно нескольким людям одновременно разговаривать в Zello. Вот так она работает. Да, ребят, а я, наверное, пойду уже, потому что время, завтра учеба снова. Ну, всем. Так же, да. Да. Ну, всем удачной новой недели учебной и рабочей недели. В принципе, ждите новых выпусков ерунды. Ждите это. Даня, ты упоролся. Даня упоролся.
Ну, Даньки, привет, короче. Всем до свидания, ребят. Удачи вам. Угу. Уже опять. Пока. Пока. И пока. Тебе, Иннокентий, хорошо. Персонально. Угу. Спасибо. Давай. И вам удачной недели и таких будней зашибенно. Да. Пока-пока. Да, и восстановить нормальный интернет. Главное. Хорошо. Да. Пока-пока. До свидания. Угу. Пока. Вот. Да, ну насчет играть. Господа, сегодня мне в принципе некуда. Ни свободные слоуты проводить, ни эти, ни рандомы. Господь. Хорошая идея. Сейчас я просто хочу протестировать одну замечательную штучку. Так, как она называется? О, голова профессора Дуэля. Одна голова в наушниках. Круто. Хочу протестировать. А, сейчас вас вам будет бить по мозгам. Так, я пока вырублю звук. Так, гейм невозможно. Угу. Ну, жалко. Ну, по крайней мере, хотя бы так оно вполне может. Я предлагаю вам сыграть в эту игру, которую вы сами видели в прошлый раз. Это называется Money Vault. Такая интересная, небольшая. Сейчас я открою стики чат, тем более. И у нас все будет зашибись. Вот после этого. И мы буквально немножечко. Я вам даю, ну, три игры. И я пошел по делам, потому что еще всякие отчетики писать мне и так далее и тому подобное. Учеба, как вы понимаете. Вчера играли. Нет, только сейчас. Итак. Сарас 21 ров. Ну что, это Ванни Валт. И я выбираю самолично. Выбираю абсолютно рандомно, тыкаю пальцем в экран, выбираю. Если вы согласны, то вы играете. Пожалуйста. Можно даже по скайпу, можно без скайпа, как хотите. Рандом гад. Йо. Сейчас приделаем. Вот. Должно так работать. В лучшем расширении, чем в прошлый раз. Вот. О, даже закрепил в углу, зашибись. Ой, шатун пришел. Ну, забаньте его кто-нибудь. А кроме меня и некому. Да, зашибись. Денек идет. Олей Гыч. Если ты слышишь, сейчас придет еще раз шатун. Пожалуйста, его баньте. О, шатун. Есть такое. Сейчас еще раз придет. Да, его много, он придет раз 5. По-любому. Вот. Вот, сейчас еще раз придет. Мы вас раскусили, господин Шатун, Перешатун. Поэтому просто надо перетерпеть. Да, у него около 7 аков, поэтому мы по-быстрому. И вас забанили. Следующий давайте. Это такая игра. Небольшая. У нас было, мы его забучились банить. Да. Там много. Так, это было уже. Да. Забанили. Следующий. Давайте следующий. Ну. Сейчас зайдет еще раз. Шатун маразмат. Куда свинятина подевался? У него тоже, видимо, какие-то дела. Next wave. Мне некогда сейчас чат. Мы забаним просто несколько раз вот этого. Да, вот это. Да, я может быть, и абсолютно согласен с вами. Точно, ясно, понятно. Давайте продолжим. Точно, вообще круто. Без разговоров. Расист, да. А потом уже очистим чат.
спокойно. Блин, Олегович тут вообще или нет? Или он где? Как всегда, у Дани комп выдался. Тут. Ты тогда бань, хорошо, иначе я так не начну. Ладно? Все. Да, мы продолжаем. Ой, как удобно. Сейчас. Я могу именно конкретно им. И с нами играет Тимур Камалов. Бдыщ. Вот так вот. Я же сказал, что рандомно буду выбирать. Мудрым сделать. Ага, сейчас так. Что надо делать? Я тебе говорю, у вас есть 50 карточек. Необходимо. Вот, я показываю просто на примере. Рандунгат, йоу. Сейчас Зелла подключу. О, хорошее дело. Через Зеллу лучше говорить. Вот, есть 50 карточек. Они здесь 25 и здесь 25. Выбираем любую из них. Левую, правую, правую, левую. Выскакивает какая-то сумма. И мы ее должны распределить вот здесь. И мы будем также распределять вот эти все суммы. Вот, это как пример, там, 38, вот, 39. Нам нужно распределить все суммы, выпавшие так, чтобы они выстроили с собой цепочку из последовательных сумм. Если же так не получится, вы проиграете все. Если получится, убираете все. Вот так вот. Ну и главный 3-2 раз это вы. Да, это сложно, конечно, но если подумать, то это вполне реально. Поэтому предлагаю вам начать. Выбирайте левую, правую и номер, соответственно. Типа я сейчас буду искать левый. Типа я сейчас буду искать левый. Семнадцать. И 17. И мы начали. О, хороший ник, кстати говоря. Я полностью согласен после прошлого Евровидения. А что дальше нужно делать? Дальше необходимо распределить ее в одну из 10 ячеек. Вот, 80. Необходимо разместить в одну из 10 ячеек так, ну, говорю, так должно быть, например, выпасть 90 с чем-то. Выруби чат, нит. Да, как вы писать-то будете? В общем, допустим, на какую-то ячейку, но так, чтобы следующие выпавшие суммы, они тоже в другие ячейки. Чтоб все, например, тебе выпало 10 сумм, и ты их все должен расставить по порядку. Какие, ты не знаешь. Ты будешь просто угадывать. Вот, собственно, и все. И решайте, куда же вам 80 тысяч деть. Четвертую. Ты уверен, что в четвертую? Потому что до 80 тысяч там очень много. 79 сумм. И ты хочешь... И там большая вероятность, что они выпадут. Мне кажется, что ты продуешь. Ну тогда я предлагаю на своих правах, что поместится в восьмую. Вот. Ну и сейчас пикаем еще раз левую, правую, правую, левую и номер. Господин Казанцев. Правая 13. Хорошо, Хафиза уберем. Господин Казанцев, сначала разбаньтесь на СТВ, а потом поговорим. Поехали. Я шатуна-каратель. Круто. Для тех, кто смотрит записи, не понимает, что тут происходит, просто хочу сообщить, что сейчас у нас в чате полные 3-2 росня. Ну что ж, куда Тимурчик, куда ставим?
Видишь, 9 и 10 нельзя. То есть сюда можно только больше 80 тысяч. Соответственно, 41 нужно куда-то вместить сюда. В первый синий. Такой благо. Окей. You are now over $100,000. Выбираем. What the fuck, она по-английски ругается. У вас больше 100 тысяч долларов в банке. Вот и все. Деньги получите, если выиграете. Здесь выиграть очень сложно. Цель уе шатуна. Да, можно. Да, мне кажется... Мне надоело. А, да. Левый 21. Итак, левый 21. Поехали. Сейчас придет шатун, а тут чат вырублен. Ахахахахаха. А кто вырубил чат? Я не поняла. Цыц. Вот это. Эй. Все, теперь точно выключен. Гостями, так, 43, то есть на пятую. Хорошо. 164 тысячи банки. Ждем карту. Правая 7. Правая 7. Вам Баркит предлагает взять 8200 и уйти отсюда. Напоминаю, что за время нашей игры выиграл лишь один человек, Максим из Веков, 42 тысячи долларов. Ну, виртуально, как в одном долларе. А все остальные попытки оканчиваются ничем. Окей. Выбирайте карту. Правая 20. Вот, теперь зашибись. Итак, правая 24. Не, сейчас он... Да, и, кстати, я забыл вот это сделать. Нет, это еще не все. Ждем еще одну волну. Скорее всего, она будет. Да, я так и думал, что этим все не ограничится. Ну, а тем временем у нас 78. Куда кладем? В шестую, в седьмую? На седьмую. На седьмую. 242 тысячи банки. Смотрим, левую или правую. Левая 25. Левая 25. Вам банкир предлагает 24200. На связи это Тимурчик. Окей. Выбирайте карту. А мы сейчас вновь поприветствуем очередного зашедшего. Левая 3. Мы сейчас снова поприветствуем какого-нибудь шатуна. У нас образуется гигантская зона жопы, напоминаю. Анатолич. 16 тысяч. Куда? Ставим. На единичку. Хорошо. Смело. 258 тысяч банки.
Какую берем? Правая четвер. Четвер. Ну, надеюсь, что я понял правильно. Вам банкир предлагает 38 700. Ты уверен? У нас, напоминаю, что 42 000 выиграл Шатун. Да, но не Шатун, а Максим Извеков. 38 700 предлагает вам банкир. Я хочу побить его рекорд. Окей. Выбирайте карту. Левая 25. Была 25. Поехали. Нам нужно никак не меньше 16. Так, мы проникаем во вторую зону. 36. Куда? Двойка, тройка. На третью. 294 000 в банке. Выбирайте карту. К сожалению, нет, только когда банкир предлагает какую-то сумму. Ишь как, а если я все 10 заполню? Ну вот, если ты все 10 заполнишь, тогда получишь всю сумму целиком. Что в банке есть. Крутятки. В таком случае я беру правую 12. Должны пересечь 9 000. Мы не дошли в мы мимо зоны вообще. О, новый ник Зарегин. Прекрасно. А, значит, что мы сейчас можем делать? Мы можем спасовать. То есть у нас есть две карточки. Можно спасовать эту сумму. Считайте, что она вообще не выпадала. Или можем заменить эту сумму на 16. То есть была 16, станет 9. Что делаем? Заменяем. Хорошо. Swap it is. Let's put that cash card in slot number one. Банки 287. Что берем? Правая. Еще один ник зарегает. Вот это настырно, типа. Да. Кастом в жопе Шатуна. Ну, круто. То, что вы так беспокоитесь о господине Шатуне. И 74 мы заполняем в шестерку. Your bank has reached over $300,000. Да-да, но тут других вариантов нет. И нам нужна карта. Тебе осталось еще 3 заполнить. Но 3 от 80, больше 80. И одну промежутки между 9 и 36. А если мне выпадет, например, от 36 до 41, что дальше? Значит, ты сможешь только спасовать. Их 50. Ровно 50. Так. Дальше будет огромный провал. И он в огромном провале, господа. И Даниил, лучше не писать мне тексты и сообщения, я уже 100 раз говорю. Так. 73. К сожалению, не дотянули чуток. Поэтому нам придется всего лишь спасовать. No problem. We'll pack that card and get rid of it. Увы, других вариантов нет. Another card. И теперь придется выбрать еще одну карту.
Только теперь прав на ошибку. Прав на ошибку нет. Ooh, sorry, you can't place that cash card anywhere. It's game over, and you leave with nothing. Thanks for playing the Money Vault. We hope to see you back soon. Да, к сожалению, ведущий сообщил, что вы, у вас не было права на ошибку, но вы его опять использовали и уходите от нас ни с чем. Увы, ах, надо соглашаться на такие замечательные штуки. Увы. Спасибо вам, Тимур, что поиграли. Печалька. Печалька. А теперь вопрошаю, кто же еще хочет сыграть в игру. Да, я не забыл, что завтрак 10. Не забывается такое никогда. Вагономишь срачи, да. Это круто. И я вызываю в игру Алексея Горбулева. Вот так вот. Это все-таки новичок. Он всего был в игре комиссар. Если можете по чату, то я вас приглашаю сыграть. И мы начинаем игру The Moneyball. Да вот по скайпу, конечно, да я знаю, но вот по скайпу мне сейчас, честно говоря, не особо хочется. О, шатун не моется. Нам так приятно это узнать, что шатун где-то не моется. Ну, хорошо. По скайпу так по скайпу. Сейчас я даже... А, ну тогда ладно, у меня просто сейчас как-то не особо по скайпу. Тогда начинаем. Левое, правое и номер. Правая 15. Вам попалось интересное. Вам попалось предложение банкира. Ну так у вас 0. Он ничего, соответственно, предложить и не может. Поэтому выбирайте карту снова. Левая 21. 2000. Куда отправляем? Первую. Вполне интересный старт. Левая 80 000. Куда мы их кладем? Восьмерку. 82 000 в банке. Ждем ваше следующее. Карту. А сколько максимум в каждой карточке? В карточках от 1 000 до 100 000. Их всего 50. А. Да, их все. Точнее, получается их 100. Или нет, все-таки 50. В общем, как-то вот они распределяются рандомно сумма от 1 000 до 100 000. И вам сейчас банкир предлагает 8200 и валить. Пока маловато. Но смотрите, может быть, в следующий раз не будет такого шанса. Выбирайте-ка. Тролли ненавидят шатуна. Мы ненавидим троллей, ненавидящих шатуна. Правая 12. Двенадцать тысяч. А вторая. У нас образуется первая зона жопы. 94 000 в банке. Ждем еще одну. Левая. 25. Табло этой игры мне напоминает сток одному. Да, это немного похоже.
кажется, этот господин Шатун регает новые ники каждый раз. 79. Ну, я думаю, что смысла в шестую делать нет. You are now over $100,000. Вот это повезло, конечно, то, что тут вообще никакой разницы нету. Это, считайте, что подвартило. Вот так, хорошо. Выбираем правая единичка. $99,000. Your bank is over $200,000. Теперь, к сожалению, я... А, нет, все-таки еще нет. Левая 3. Хотел устроить технологический перерыв. Ну, везет или не везет, это мы узнаем в конце. Потому что прогал между 80 и 100 тысячами довольно большой, и в него трудно попасть. 60 тысяч. Куда? Пятерка. Хороший выбор. Your bank has reached over $300,000. 332 тысячи в банке. Левая. Семь тысяч. Что берем? Пас или заменяем одну из? Своп. Какую свопаем? Два или двенадцать? Which slot do you want to swap for this cash card? 2000. Странно, ну ладно. Let's put that cash card in slot number one. 337. Я бы на вашем месте, конечно, 12 свопнул. А лучше бы вообще убрал. Честно говоря, с пацаном. Вот этот поварит, господа. 50 550. Ну что ж, господа, Алексей, мы вас поздравляем с... Почему мне так не выпало? Ну, не знаю, потому что вы не докатили такую сумму. Хорошо, вы берете, я уже записал, так сказать, ваш счет в рейтинге... в рейтинге нашего канала 50 550, и вы обыграли ЖТРчика. Да. Развел в тролле. Это вы сами развелись, не пойми чего. А давайте не предположим небольшое, как будто вы не взяли. Какую бы вы следующую карту взяли, вы выбрали бы? Ну вот как в сделке. Правая 24. Все, 50 тысяч я уже взял, то что они уже есть, они уже ваши, просто как, чисто как предположение. $57,000, ну я думаю в четверку, да? 394 тысячи в банке, дальше. Правая 20. Ну, здесь только в тройку. You are now playing for over $400,000. Выбираем следующую. Левая 13. Это невероятно, господа. 487 тысяч в банке.
и решающая карта. Есть одна право на ошибку. И нужно назвать карту в промежутке от 80 тысяч до 100. Левая. 15. 10 тысяч прошли. 20 тысяч прошли. 30 тысяч прошли. 40 тысяч. 43 тысячи, господа. А в России тем временем 45 миллионов. И вы один из них. No problem. We'll pass that card and get rid of it. И последний шанс. Now it's time to choose another card. Выиграть. Как бы выиграть эту игру? Левая 4, господа. Напоминаю, такие бы развития событий были, если бы вы отказались от 50 тысяч. Шанс всего 1 из 5. Господа! Господа! И тогда Алексей выиграл бы 574 тысячи. Господа, 574 тысячи. Это действительно браво. Это круто. Ну, Алексей у нас уходит с 50 тысячами. Да. Тогда бы это был абсолютный рекорд. Даже Максим Извеков в свою самобытность не поставил такого рекорда. Вот так вот. И сейчас, господа, небольшой технологический перерыв. А, кстати, я забыл поставить лого. Ну и в жопу. Да, тем временем, Олегычу пока. Я пытаюсь сегодня доделать отчетик. И встретимся завтра. Технологический перерыв небольшой. И в среде... И все зри... А, блин. Ай... Сколько вижу пошел в чате. И все таки в чате. Ой, пасать пошел. Ужас.
Thank you.
No.
Ой, да я не хафижу. Я тут пока проверяю, все ли на месте. Мы продолжаем потихонечку. Я все проверил, банк очистил. Мы снова свободны. Да, мне, кстати, самому интересно, что вы там, господин Дмитрос, задумали? РУА ТВ возрождаете? И так далее. Узнаем завтра. Хорошо, узнаем завтра. А мне вот интересно, сможет ли сейчас с нами сыграть Максим Малерсон? Очень интересно. Мистер Максим, вы нас слышите или просто так пришли для проформы? Знаете, вам, господин Комиссаров, куда вы дели свой предыдущий ник? Ну вот давайте приглашу Диму Габриэля. Почему бы и нет? Даня все-таки был. Антон Катеринович был. А вот Шериф Габриэль не был. Поэтому давайте начнем игру. Выбирайте левое и правое. Правое и левое. Антон был в прошлый раз. Память мне еще не подводит. Как и записи. Столько всяких бумажек, а ни одной не нужной. Тем временем 65 тысяч, а не одни вы играли, господа. Не одни вы. Я сажу по своему счетчику. Итак, в какой же слот засовываем 65? Вы обрываетесь в зал. Что? Еще раз. А, 6. Ну вот. Смотрим дальше. Левая. 17. Ну вы поняли, о чем здесь, что здесь предлагается. Поздравляю, вы попали в сотку. You are now over $100,000. Оу. Выбирайте. Так что L17 принесла. Левая четверочка. Хорошо. Ну, сотку при мне выбивали. Вот ты только второй раз. Перед этим я видел на скрине Максима Извекова такую картину.
Your bank is over $200,000. Что ты делаешь? Ахахах, прекрати. Your bank has reached over $300,000. У меня дверь входная поролась, окей. Выбирайте дальше. Ну чё, поржали? You are now playing for over $400,000. Это было вообще-то 6, а не 11. Мы можем сейчас это проверить, но, по-моему, я взял именно 6. Честно, я бы взял.
We have big money up for grabs. You are now over $500,000. Что вы творите сегодня? Я ломаю эту игру по-жесткому. Да, у тебя есть два права на ошибку. И возможность перевернуть это все. Я думаю, что, блин, если ты сейчас откроешь 24, ты себе облегчишь жизнь. Ну, правда, ты сейчас можешь от 1 до 18 открыть. Ничего, поехали. Восемьдесят три. Пасуем или заменяем? Ты уверен? Здесь смысла нету никакого в свопе. Если бы, допустим, до 25 было, то мы расширяем диапазон. Здесь нет, но дело твое. Выбирай еще раз. Что там моих комментариев? Хорошо. Swap it is. Let's put that cash card in slot number 7. Мы пасуем. No problem. We'll pass that card and get rid of it. Now it's time to choose another card. Последний шанс. Итак, если в этой карте... Если этой карте окажется что-то внутри диапазона от 0 до 18, то ты выиграл. Увы, ты проиграл. Sorry, you can't place that cash card anywhere. It's game over, and you leave with nothing. Thanks for playing the Money Vault. We hope to see you back soon. Надо было брать 43 тысячи. Увы. Ну, играл ты, конечно, как король. И это надо показать Максу Извекову. Вот, за скрине покажи. Это, конечно, зашибись. А на сегодня, господа, я, увы, и ах, все, потому что... 10 для меня лимит. Пошел-ка я делал отчеты, курсачи и все остальные. Спасибо всем, кто сегодня был. Желаю приятного вечера. С вами была Конфа 18. И всем покедова. О, да, кстати, надо же... Ай, блин. Что я делаю? Я же Виктор, да? Пим. Вот, что мне надо сделать. Чтобы было все как традиционно. А чем свет включил? Не знаю сам. Но всем пока. Если бы вчерашний эфир вместо Андрея Быстрицкого вел другой Андрей, но Петухов, то тогда бы это был самый упоротый выпуск программы, потому что это был завтрак с ПВХ. На самом деле, если бы вчера в эфир вышел не я, а Андрей Петухов, это был бы завтрак без Б. Никакие невзгоды, даже извержение Ифния Кудля не отменит прямой эфир программы «Завтрак с ВБХ». Доброе утро! Ну, я для ее Кудль, позорище. «Завтрак с ВБХ». Все майские праздники. В 9.30 утра. На РТС. Mm-hmm.